Вопросы развития конкурентной среды в республике обсудят на ближайшем заседании Совета по инвестиционной привлекательности. Внимание властей и субъектов на этой теме заострил президент России. Для развития конкурентной среды в республике сформировали реестр государственного и муниципального имущества. На этом ресурсе содержится подробная информация для предпринимателей. На недавнем заседании Государственного совета президент страны поставил перед властями и другие задачи. Так, к 2020 году в регионах должна быть увеличена доля участия малого бизнеса в закупках. Во всех видах экономической деятельности присутствие не менее 3 хозяйственных субъектов, не менее чем один из которых относится к частному бизнесу. Второе направление – это снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления. Еще одна тема совещания в Доме правительства – контроль за работой торговых комплексов и магазинов. Министерство экономического развития на правах курирующего органа оценивает, как предприниматели соблюдают нормы безопасности. С начала года специалисты ведомства проверили порядка 6000 объектов. На сайте у нас министерство сформирован достаточно такой большой пакет документов, в том числе методические рекомендации именно для правообладателей торговых объектов. Также вместе с этими рекомендациями размещены типовые инструкции по действиям должностных лиц и сотрудников торговых объектов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Всем органам местного самоуправления в ближайшее время рекомендовано провести соответствующие совещания для обсуждения вопросов противопожарной и антитеррористической защищенности.